Привет, ребята! С вами канал «В поисках золота Украина» и у нас очередная экспедиция. Выехали мы в разведку, походить поля поискать. Где-то, может, перепашки какие-то есть. Вот выехали на одно поле, тут стырню спалили, решили здесь походить. Есть у меня находочка классная, сейчас вам покажу. Значит, смотрите, во-первых, вот керамика есть. Говорит о том, что здесь было поселение. А во-вторых, зацените, какая шикарная находочка. Залипушка с двух динариков. Я еще, правда, не знаю, что там. Надо это все как-то дома отмочить, чтобы откисло. Но находочка приятненькая, такая не глубоко лежала. Сигнальчик такой был четкий. Сейчас вам постараюсь продемонстрировать. Вот так и било, 24 где-то. В общем, вот такая вот находочка. Генчик ходит. Сигнальчик тоже какой-то нашел. Ладно, идем дальше искать. Я пойду пацанам покажу. Гешка, зацени находочку. Ой-ой-ой-ой. Как тебе? Бомбей. Бомбей. Хорош, держи. Красота, правда? Бомба, то, что надо. Сигнальчик у тебя? Нет. Ладно, идем дальше искать. Смотрите. А вас я попрошу остаться. Информация к размышлению. А залипуха эта оказалась из двух фаустин. Причем, обратите внимание, они очень внешне похожи между собой. И легенды, которые на них изображены с другой стороны, тоже очень похожи между собой. Такое чувство, что какой-то древний нумизмат собирал данные монеты и складывал их вместе. Ну что, ребята, недалеко я ушел от того сигнальчика, смотрите. Вот там вот выкопал только что залипуху. И вот у нас моя любимая спинка с фибулы. Находка. Колян только что тоже нашел спинку с фибулы. Ладно, берем находку. Идем дальше искать. Смотрите. Так, ребятки, ну что, сейчас вам продемонстрирую, как рождается фибула. Смотрите. Вот она, видите, в грудке лежит. Сейчас мы ее достанем. Вот она, спинка с фибулой. Люблю эти спинки с фибулы. Не знаю почему, ничего они не стоят, конечно. Уходят все частично в шмурдяк. Но меня поражает то, как их делали. Это вроде кажется простая булавка, но выполнена она, конечно. Ну, это такая, это более простая, но тем не менее. Потрудиться над ней приходилось. Такая вот находка, в общем. Ладно, смотрите, мы дальше искать пошли. Ну что, ребятки, снова у меня есть находочка. Смотрите. Вот она лежит. Монетосик. Какой-то монетосик, и я не знаю, что это такое.
какой-то солид, что ли. Откуда здесь средневековье, интересно. Скорее всего, что какой-то солид, я так себе подозреваю. Что-то видно на нем. 1500. 1500 видно. А дальше. А дальше не видно. Ладно, отмочим дома, глянем, что такое. Интересно было посмотреть. Находочка. Находочка. Ладно, берем, идем дальше искать. А вас я попрошу остаться. Так, ребятки, снова у меня есть находочка. И снова спинка с фибулой. Смотрите, что вам хотел сказать. Вместе с фибулой я еще выкопал кусочки керамики. Вот один, вот второй. И вот это. Это не просто кусочек глины, как бы подумали многие. Это глина, которая стелилась на пол. И была на полу в жилищах. Устилали пол, в общем, глиной. Устилали, утаптывали. И получался в землянках, в черняхов там. Вот такой вот пол. Еще где-то кусочек кости тут выкопал. Где-то я ее бросил. Не могу найти. Наверное, землей засыпал. Может быть, даже такое, что здесь кого-то когда-то и хоронили. Вот такие вот, ребята, находочки. Ладно, берем третью фибулу, идем дальше искать. Смотрите. Нашел, ребята, я кусок кости. Вот она, смотрите, пока загребал ямку. Нашел кусочек кости. Похоже, что человеческая. Вот видно костная ткань. Вот такие вот находки. Ладно, идем искать дальше. Смотрите. Ну что, ребята, есть у меня находочка. Зацените-ка, что я нашел. Плоская отвертка. Вот это находка. Прикол какой-то. Какой-то пьяный тракторист ее тут потерял, видать. Прикол. Прикол. Ладно, возьмем отвертку. Пусть будет в коллекции. Может, разыграем ее когда-то в подарках. Супер находка. Ладно, идем дальше искать. Ну что, ребята, уже темнеет. Будем заканчивать коп. Походим еще, конечно, до темноты. Но уже снимать возможности не будет, потому что стемнеет. Ходили мы тут, копали, встретили двух пастухов. Хочется им передать привет. Дядя Володя и Назар, вам привет от канала «В поисках золота Украина». Удачи вам, чтобы все у вас было хорошо. Сейчас находочки я вам, ребят, свои покажу. Так, ребятки, находки мои сегодняшние. Как обычно, накопала кучу фибул в размере 4 штук. Это какая-то штука, не знаю, какой-то, не знаю, какой-то огрызок. Есть какая-то такая вот залипушка, не знаю, может, монета какая-то загнутая, может, ошибаюсь. Так, вот такой вот солидик надо будет его отмочить, похоже, что он серебряный, очень залипший. И залипушка с двух динариков. Очень интересно, что там. Очень интересно. Находочка хорошая. Залипуха. Вот такие вот, ребята, находки. Так, что сказать еще хочется. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Будут вопросы, ребята, задавайте вопросы. С радостью отвечу на все ваши вопросы. Всем удачи, ребята, до новых встреч, всем пока!
Был, ребятки, у меня сигнальщик, и зацените, сверху лежала почти целенькая фибула. Вот так вот они и выглядят. Такая вот булавка с иголочкой. Ну, она немножко разогнутая. Вот так вот правильно будет. Тяжело вам объяснить. В общем, вот этот конец, он должен быть ровный, и вот эта иголка должна в него заходить и застегиваться. Такой принцип работы, в принципе. Ну, такая вот находочка. Фибула. Идем дальше искать. О, да это как-никак. Похоже, Марко Брелли. Вот есть смысл походить. Собственной персоной. Смотрите, какие. Ну, ничего, пойдет такой. Бил что-то он так непонятно как-то. Лежат они все сверху, я его пинпоинтером отковырял. Сейчас перейдем. 5 сантиметров. О, домик какой-то. Да. Жил здесь кто-то, видимо. Сейчас покажу. Ну, вот.